сказать, что сам проект «Студент на один день» — это прекрасный проект, потому что он дает уникальную возможность будущим потенциальным абитуриентам и студентам окунуться в студенческую жизнь. И второй год проходит этот проект. И нужно отметить, что в этом году больше заинтересованных, желающих. Дети, будущие студенты, будущие абитуриенты приходят уже подготовленные. То есть видно, что они прочитали информацию на сайте в ГИИК, они общаются уже с теми, кто здесь учится, они знают, куда они хотят прийти, знают, чем они хотят заниматься, готовятся, и уже сегодня с ними общаюсь, я понимаю, что они сделали правильный выбор. То есть они уже выйдут отсюда другими людьми, которые убедились в своем выборе, и мы их будем ждать на экзамене, а потом уже в стенах нашего института. Сегодняшний день мне очень понравился. Мы посетили несколько тренингов по сценической пластике, по сценической речи и актерскому мастерству. Впечатления получила я неимоверные, словами не передать. Проект нужен каждому абитуриенту, ведь мы получаем уникальную возможность попробовать себя в роли режиссеров, узнать, наша это профессия или не наша профессия. Мы знакомимся со своими будущими однокурсниками, со своими будущими друзьями и будущей семьей, с которыми будем проводить все свободное время. Показывать себя, играть, сцена, ну, я очень считаю, что сцена это мое. Я просто чувствую себя на сцене, как не чувствую себя нигде. Как-то вот по-другому, вот. Какая-то искра прям загорается. Это прям интересно, прочувствовать это все, все понравилось. Это реально было классно, вот это вот чувствовать эту пластику, эти задания нам давали, пытались там на координацию сделать что-то, но пока еще не получается. Но все еще впереди, а так очень отлично все прошло, буря эмоций, много-много-много всего такого получилось.